такой большой уже творческий комплект к этой песне. И есть там текст песни. А благодаря вот этой новинке еще более глубоко почувствовалось предназначение каждого-каждого приложения. И вот благодаря тому, что текст песни есть даже вот прям в телефоне, получила совершенно новая встреча с этой песней. Вы знаете, как будто вот текст песни, он вот весь полностью вот как на ладошке, и мне удалось его как бы вот охватить целостно. И знаете, друзья, честно скажу, я первый раз заметила такую закономерность. Вот воспевается снежная бабушка в такой последовательности. Нежная, добрая, милая, славная. А завершающие строки в этой же последовательности, только наоборот. Славная, милая, добрая, нежная. Я так думаю, почему так? И вот ощущение, что ну, это очень интересно понять, почувствовать вот именно такую последовательность. В чем проявляется ее качество нежности, доброты, а потом уже вот эта славность такая вот прям на всю землю. Очень интересно. И я тоже обратила внимание. Не знаю, почему я такая раньше невнимательная была, не знаю. Знаете, вот песни весенних бабулиных дней, и там троеточие. И вот такое чувство, что это не только вот песни весенних бабулиных дней, вот ее молодости, а это героиня, у которой весна в душе вот прямо она сейчас. И как проявляется вот такая любовь, когда вот эта весна в душе, вот она прям проявляется вот такими адресными поступками, заботой, вниманием. И еще, знаете, начинаются строки песни «Снежная бабушка есть у меня». И я воспринимаю это вот как снеговичок поет, а завершается этой же строкой с восклицательным знаком. И я когда дочитала, я так обрадовалась, потому что у меня последняя строка прочиталась, что снежная бабушка есть у меня. Такое счастье, что у меня есть такая вот сказочная героиня, такой подаренным театром, такой прекрасный образ, такой щедрой заботы вот для каждого и всего мира. Спасибо огромное за встречу с такой любимой, вроде как бы уже давно знакомой, а оказалась такой глубокой, еще на самом деле настолько непознанная песня. Спасибо огромное.